Привет, друг. С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Redmir, второй сервер, все как всегда. И тут я подумал, что давно у нас не было серии по гаражам. Если что, у меня на канале есть уже 4 серии по гаражам, где мы открывали первый раз премиум, мне выпало 3 шторы. Второй раз мы открывали эконом и ушел в дикий минус. Просто посмотрите, что мне там выпало и за сколько я открывал эти гаражи. Вот. Третий раз я тоже открывал, мне выпала тоже штора. Четвертый раз я открывал, мы открывали эксклюзивный за 900, сколько, 50 тысяч, вот. А сегодня будет и эконом, и средний, и премиум за 150, и эксклюзивный. Так что присаживайся подобнее. Сегодня просто охуенная серия. Других слов я подобрать не могу. Бери что-то покушать, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере у меня есть свой личный промокод, который находится в описании ролика. Если вы еще не играли на этом сервере, вводите по регистрации именно мой промокод, который находится в описании, еще раз повторюсь, вот. И при достижении 3 уровня вы получите 20 тысяч долларов. В принципе, во вступлении я все сказал, это охрененная серия по гаражам, подняли очень много бабла с очень интересной концовкой. Спойлер. Вот. Эксклюзив. Премиум, экономы, все как вы любите. Ссылка на предыдущие ролики все будут в описании. Также вот это справа внизу банк, сколько подняли, сколько минус, как всегда. Короче, пацаны, все будет сейчас по высшей форме. Просто присаживайся поудобнее и смотри, наслаждайся. Сука. О! Заебись. Без ключ и нитро, нихуя. Так, пацаны, наш AMG GT на тренировке такой красивый. На без ключей, на нитро улетает просто 168 тысяч. Оп, продать автомобиль, выходит он 185, а открыл я за 153. Открыть эконом за 12500, я ебанько. Или штора. Так, тренажка, пожалуйста, штора, давай. Сука, полицейский ЕБУ. Да ёб твою мать, забрать. Ой, чуть бы сейчас не открыл. Как он сюда на машине заехал? Я не понимаю. Камы 3,5. Камы 3,5. Сука, и 60, блядь. Нихуя. А нет, орех подвеска. Пиздец, сколько время прошло? Месяца сколько, полтора-два, как я не открывал премиум. Перед этим было 3 минуса, по идее, должны быть плюсы где-то. Сука, гелик, ёб твою мать. На шторе! Штора! Заебись, заебись, заебись. Все, пацаны, до побачення. До побачення. Так, пацаны, приехали на БУ сливать мое говно. Тринашка, а понимаю, цвет охрененный. А, так, оп, 200, 3000 тринашка, купил за 12, заебись. 9000 просто в сраку. Угу. Е60, опа, спамчик, опа. Такой розовый цвет, ну вообще, бэ. СРО 250, вот я сказал, 205. 13800, продать. 14300, купил за 19, вот, и остался гелик. Гелик, эра 194, вот. Купили за 151 тысячу. Ну и что ты делаешь? Ой, блядь. Вот так с этими даунами надо делать. Вот так просто, оп. И пусть ездит теперь там. Просто ору. Что, нормально? Короче, подал объявление, вот. И никто не пишет по гелику, поэтому мы его сливаем. 96 тысяч, бамс. На базу 222 250, улетает просто. Все, подняли бабла, подняли. Бля, я только что сел гелик за 222, медвежонок купил за 238. Я писал объявление. Короче, я бы на 8000 заработал, а он бы на 8000 меньше заплатил. Сучка! Это ж насколько нужно быть кривожопым, чтобы, блядь, задавить себя хураканом и не взяв стать F1 открыть. Ай, это капец. Админы, вы где? Так, я экс открываю за лям 300, пацаны, лям 300 за экс. Лям 300 за экс, я надеюсь, не фантом. Есть. А, это минус, да? Сука, 40 тысяч минуса. Клоунский ЭБУ двигатель. Ну, забрать. Вообще вах.
просто вах. Пацаны, а почему Агера так валит? Знаете, в чем прикол? Там стоял двигатель, а мне капец интересно, сколько он стоит. Может, он стоит там 1200, не знаю. Типа, может, на руки как-то за лям 500 продать. Типа, я в бою ее не хочу сливать, я видел, что пацаны ее искали, поэтому будем сливать на руки. Или сами будем ездить на ней. Кстати, и выбил штору, пошел слил, набил лям 300, пошел открыл экс. Вот это день сегодня. А, да? То есть то, что здесь тюнинг, двигатель, да? $650? Чё так мало? Пацаны, мне просто интересно, вот у меня на Агере стоит двигатель, да? Сколько он стоит? Вот сколько он... А, чё? Подожди, не понял. Посмотри. Вот я заехал. А, там есть отдельная графа, которая называется двигатель. Двигатель. Только его здесь нигде нет, вот в чём прикол. Снять крышу. Ой, кабриолет хочу. Все. Крыша, хотя зачем она мне надо, но я просто хочу. Я, да, просто хочу. Все. О. Короче, пацаны, есть Миколаш, который сказал, о, нифига, Гера 1.4, что-то дешево. Вот, я думал, он прикольнулся, а он, показывается, не прикольнулся. Я, может, реально дешево выставил. Ну, короче, это, 1.4, он пока что ищет дом, едем сливать. Если солью за 1.4, это будет зашибись. Плюс 100 тысяч. Сейчас будем сливать мою Агеру. Так, опа, опа, сюда. А, как бы штрафы нужно оплатить. 210, внести 210. Все, 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 все. Ема здесь людей, ёпта. Короче, пацаны, Миколаш. Добавить админ. Агера, R. 200 госстоимость. Вот один владелец. Клоунский, Эбу, двигатель, двигатель, хотя он вообще не ценится. Вот, лям 400, да? Сколько комиссии будет? 1040? Ну, почти, да. Я готов. Общих, лям 400, агера, все. Благодарю. Подводя итог, по 4 сериям мы подняли с гаражей $425,988. Офигеть, пол ляма с гаражей. Нихерово. Пацаны, если вы хотите какие-то лайфхаки, тактики, как открывать, как забирать штору с гаражей, как поднимать бабки на гаражах, дайте знать активностью, комментариями, лайками, и я обязательно сделаю такой видос. А вы сейчас скажете, блин, ты же сказал, чем-то интересным закончился этот видос. Чем же он закончился? Ну, смотрите дальше сами. Или в казик, в казик. Стой, стой, стой. Давай по 500, первый, второй квадрат, первый, второй. Пиздец. Бля, я дебил, я 40 тысяч слил. Сука, был, поднял же бамбок, надо было уходить. Да, это только маленькая часть всего бомбежа, что происходило. Ну, короче, я пошел и слил эти 200 тысяч, которые заработал за серию. Прикол в том, что я купил сначала 500 фишек за 40 тысяч, да, поднял до косаря. Ну как, до 990, думаю, сейчас вот 1000 будет, и ухожу. В итоге я слил 900, потом пошел купил еще 500, еще слил. И так раза 3 вроде, как бы, да. А, я еще забыл добавить, мне же Лева тачку подарил. Мне просто аж интересно... А, Шкода? Понимаю. А что инфа? 3, полицейский, и рамка шторки нет. А, нитро есть, о, зашибись. А, на нее уже штрафы не приходят, так, пусть будет. Нормально. Ну, в принципе, на этом все. Вот такой вот видос вышел. Поставь лайк, если тебе он понравился. Напиши комментарий, как тебе вот такое открытие кейсов. Открывал ли ты когда-то эксклюзивный гараж? Я уже второй раз вот открывал. Вот. Подпишись на канал, чтобы не пропускать новые интересные ролики. Также поставь колокольчик, чтобы смотреть их всегда первыми. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи и всем пока-пока.